Но начинаем мы выпуск с новости, которую обсуждают и в нашем регионе, и на федеральном уровне. В московском аэропорту сотрудники ФСБ задержали Сергея Шаверду, министра лесного комплекса Иркутской области. Чиновник намеревался попасть на борт самолета, направлявшегося в Краснодарский край. Попасть на юг ему в ближайшее время вряд ли удастся. Следователи намерены заключить министра под стражу. Такую меру они считают обоснованной. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено ранее по факту сплошных рубок на севере региона в одном из заказников. Из-за них пострадала не только тайга, но и животные, а также почва. Эксперты оценили ущерб в 748 миллионов рублей. Собранные доказательства оказались достаточными для того, чтобы ограничить свободу Сергея Шаверды. Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном заказнике регионального значения Туколань Казачинск-Ленского района Иркутской области. Следователями Следственного комитета собраны достаточные доказательства. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В обвинении учтут последствия рубки на территории почти в 120 гектаров. Именно этот участок заказника – предмет судебных разбирательств. Но как быть с остальным лесом в Туколоне? Этот вопрос обсуждали на заседании Общественной палаты Иркутской области. На этот счет высказались члены трех комиссий, а также сотрудники природоохраны и областной прокуратуры. Представители регионального филиала «Рослесзащита» считают, что участки больного леса там еще существуют и требуют немедленного внимания и действия специалистов. Никакого отношения я к Иркутской области не имел. Сейчас имею уже полгода, то есть работаю здесь. Можно меня, в принципе, рассматривать как независимого эксперта. Да? Что сделать дальше в заказнике Туколань, чтобы не развилась чрезвычайная ситуация, связанная как с лесными пожарами, так и с распространением насекомых вредителей. Сегодня нами уже пробегные планы нашего государственного экологического мониторинга внесены объемы работ по лесопатологической таксации в заказнике Туколань для того, чтобы определить санитарное лесопатологическое состояние. Сейчас решается вопрос о проведении там лесопатологического обследования дополнительного.